Куда мы приехали сейчас? Что делаем? Мы приехали на Арафат. Мы приехали на Арафат, самый день, самый главный день хаджа, о котором сказал саллаллаху алейхи ва саллям, аль-хаджу арафа, хадж есть арафа. То есть, если простыми словами, сегодня целый день находиться вокруг Каабы, делать таваф, целовать черный камень, ну хотя бы 5 минут здесь не быть сегодня, то хадж не считается. Поэтому это самый главный день. Хазат, есть стояние на горе Арафа, никуда не надо ехать. Стояние на горе Арафа, вот многие спрашивают, где она гора, чтобы подняться. Это есть гора. Это раньше есть. Это была гора, сейчас это. То есть не нужно куда-то идти, подниматься и так далее. Человек, если сейчас будет ходить искать гору, потом на нее поднимется, потом спустится и Арафа закончится. Он дуа ничего не сделает. Поэтому основное здесь сидеть в шатре, делать дуа, просить у Аллаха прощения. Хазат, после зухра ни на что не отвлекаемся. Даже на еду, я думаю, не стоит. Даже если намаз сокращаем, то даже на еду не надо отвлекаться. Ну, если человеку хочется кушать, то можно начало. Но если ты уже устал, стоит делать дуа, то можешь сесть. Как Аллах в Коране говорит, «Ядкурун Аллаха кияма ва ку'удан ва аля джунубихим ва тафаккаруна фи халки самавати ва ард». Верующие, они поминают Аллаха стоя, сидя, на боках. То есть хочешь прилечь на боках, думай об Аллахе, проси дуа. Шепот покажи своему Аллаху, Аллах слышит тебя, что в твоем сердце. Но всегда думаю, то есть весь акцент на дуа, иншаллах. Хазат, это имитация судного дня, и нужно больше стоять в основном. Стоять, если устал, можно сесть, можно потом это. Ну, стояние. Все, да, да, спасибо большое. Хазат, за напоминание. Все, пойдемте. Ага.